Новый год все ближе и ближе, а я продолжаю подводить итоги года уходящего. В своем предыдущем видео, которое вы можете посмотреть у меня на канале, я говорил о топе 10 лучших игр 2013 года. А сейчас я разберу некоторые игры по номинациям. Итак, поехали! Я сперва долго думал, кому отдать третье место. Новый Биошок под это дело подходил, но потом я все-таки решил, что ему уже довольно-таки хорошо живется на третьем месте моего итогового топа. Я его еще в другие номинации засуну, и сюда решил поместить все-таки другие игры, которые тоже этого заслуживают. И в итоге третье место я отдаю новому метро. Со времен первой части там подтянули графику, добавили новую технологию с дымом, новые геймплейные элементы. В общем, все это смотрится и ощущается довольно-таки реалистично. Другое дело, что я уже говорил в своем видео в предыдущем по метро, что я как-то не фанат особо этой серии, да и как-то все это выглядит довольно-таки коридорно и заскриптовано, при том, что вроде как я уже выразился, это все реалистично было. Ну и собственно именно поэтому я ставлю Last Light на третье место. На втором у меня оказался новый Call of Juarez. Я, конечно, понимаю, что объективно Last Light лучше как шутер, а Gunslinger шутером особо и не назовешь, но лично вот мне куда как веселее было стрелять именно в Call of Juarez, и там даже как-то больше вариативности было, что ли. Хотя по сути и та, и другая игра сплошь заскриптована. Ну и бесспорный лидер в этой номинации — это четвертый Battlefield. Можно хаять мультиплеер, можно винить разработчиков за недоработку игры, за баги, за сюжет в сингле, но шутерная часть в игре бесподобна. Разрушения и взрывы на новом движке выглядят более чем реалистичны, и все это дополняется таким же реалистичным звучанием, в результате чего тебя не покидает ощущение, что ты находишься в настоящей зоне боевых действий. В этой номинации я решил добавить участников, и в итоге мест получилось 5. Пятая строчка остается за квестом Wolf Among Us. Даже с учетом того, что разработчики из Telltale сделали игру на прежнем движке от Walking Dead с тем же селшейдингом, они максимально смогли приблизить картинку к стилю нуарных комиксов. Четвертое место отходит опять-таки Call of Juarez. Как и в случае с Вульфом, игра от Techland использует селшейдинг, в котором нет ничего кардинально нового. Однако при этом игра настолько естественно выглядит в этом стиле, что на вторичность даже не хочется обращать внимания. На третьей позиции остановились декорации Нео Парижа из Remember Me. В соответствии с местом действия игра выглядит ну очень стильно, словно над ней трудились не геймдизайнеры, а профессиональные модельеры, хотя кто их знает, может у них там и брали консультации, я не интересовался. В игре все выглядит модно, главная героиня, персонажи и окружающие нас локации. Причем интересно сделаны даже трущобы, а чего уж там говорить о богатых районах. Второе место я отдаю Биошоку. Тут нет никакого селшейдинга, однако стиль серии узнается моментально. Кроме этого, при одном взгляде хотя бы на статичные скриншоты понимаешь, что вокруг тебя царит атмосфера альтернативного начала 20 века, переданная просто безупречно. Если в Remember Me нам демонстрируют сочетание современной моды и моды будущего, то в Infinite мы видим безупречный классический дизайн. И лидером этой номинации становится DMC. Некоторые ругают игру за нецензурную брань, кто-то говорит, что Данте выглядит, я извиняюсь, пидористично, кому-то не нравится боевая система, но уж по части дизайна тут сложно к чему-то придраться. Помимо оригинально нарисованных героев, огромное внимание здесь уделено локациям, особенно тем, что расположены в параллельном измерении Лимбе. При взгляде на них хочется присвистнуть и признать, что не только American McGee силен в геймдизайне. На третью строчку претендовало множество игр. Новая игра про черепашек, бюро XCOM, за которой закрыла студия 2K Marine, онлайновка Defiance, сделанная как дополнение к сериалу, и аддон к Dead Island, который нарекли самостоятельной частью. Но от этих игр я ничего путного и не ждал. А вот что действительно удивило, так это третий Crysis. После потрясающей второй части Crytek сэкономили на всем, на сюжете, геймплее и циммере. На выходе даже бенчмарк не получился, поскольку на топовых настройках мы так и не увидели высокополигональных жаб. Следующий фейл, хоть и был предсказуем, но все-таки хотелось узнать, что в итоге получится у создателей. Dark должен был стать преемником знаменитой RPG от почившей тройки Games. Однако все получилось настолько отвратительно, что по сравнению с этим даже Сумерки кажутся нормальным кином. Ужасный стелс, модельки героев, озвучка, сюжет и куча других моментов заставляют задуматься, на кой черт люди, всю жизнь делающие серию Тропика, полезли делать экшен-RPG.
И почетный приз в номинации Fail года получает новая Call of Duty, которая опозорилась на первом же анонсе. В Ghosts авторы решили пропиарить революционную до умопомрачения собачку. Нам показывали, как использовался мокап при съемках, как псинка нападает на врагов из-за кустов, и как почему-то толпа тяжеловооруженных мужиков с воплями убегает от одного бобика. Самое забавное в том, что миссий собачки за всю игру было штуки 3. В остальное же время нас таскали по штампованному и обильно сдобренному дурью сюжету по разрушенным картам, сделанным на старом движке в то время, как в четвертой батле рушился небоскреб. Правда, авторы потом тоже додумались показать разрушаемость, но было уже поздно. Я сразу же сделал одну ремарку в этой номинации. Я решил не вставлять сюда такие монструозные игры, как GTA 5 или Last of Us, чтобы рассказать о других играх, которые в этом году люди, возможно, даже и не заметят. На третьем месте оказывается Saints Row 4. Конечно, она ни разу не новая, и уж тем более не самостоятельная игра, которая выезжала за счет только двух фишек — общей идеи из Матрицы и применения суперсил. И хотя процентов 70 всего геймплея состоит из кучи скучных и повторяющихся миссий, в основной сюжетке хватает таких, от которых получаешь реальный восторг. Поэтому последняя часть про приключения света их все-таки заслуживает внимания, правда не за номинальную сумму. На второе место я поставил Remember Me. Игра стала новичком среди многих сиквелов, ремейков и перезапусков этого года, однако свою нишу она смогла занять. На нее возлагали довольно большие надежды, которые не оправдались в полной мере, но тем не менее в игре есть сильные стороны. Во-первых, уровни с воспоминаниями героев, которые мы могли редактировать в соответствии с сюжетом. Во-вторых, интересно сделанная боевая система, которая предлагала не только долбить по кнопкам, а самому создавать связки различных комбинаций, усиливая или полностью меняя их эффект. Правда, игра несколько просела с сюжетом, который был отчасти предсказуем, а также из-за учащения драк с однообразными противниками к концу игры. И эти сражения ничем особо оригинальным не разбавлялись, кроме простенького паркура и нескольких штук миссий изменения памяти. Но тем не менее, игра оставила свой след в этом году. Ну и наконец, лидер этой номинации — это Дэдпул. Он стал одним из самых мозговыносящих проектов этого года. При довольно-таки однообразной боевой системе весь геймплей авторы смогли разнообразить будь здоров. Нам предоставили просто океан стёба над играми, фильмами и комиксами, обыграв каждую ситуацию по-своему, из-за чего в Дэдпуле нет похожих моментов. Правда, к финалу Дэдпул стал наступать на свои же укоры другим проектам, но в целом игра получилась довольно яркой. Это настоящий трэш и угар в лучшем понимании этих понятий. К ознакомлению обязательно. На последней строчке лучших кооперативов слабо держится Dead Island Riptide. Фактически, кооп — это единственный вариант более или менее приличного прохождения игры, чтобы получить от нее удовольствие. Соло там делать нечего. Особенно хорошо это видно в многочисленных оборонах убежищ, которые разработчики услужливо понапихали в каждую главу, а также во время путешествий на моторной лодке. Геймплей на это опять же не несет никакой революции, но такие моменты весьма забавны, но опять же при условии, что вам есть с кем поиграть. А вот золотую середину внезапно занимает ужасник Cry of Fear. По части хоррора к синглу претензий нет. Там ты в одиночку лазишь с телефоном в руке по темным подвалам и шарахаешься от каждого звука. А вот кооператив демонстрирует какую-то бурю совершенно противоположных эмоций, каких не каждая игра может доставить. Все это вы могли видеть в двух роликах Рейди Коопа, где мы с другом проходили в эту игру и чуть ли не катались по полу от смеха. При том, что геймплейная игра довольно-таки сыровата, все это окупало то безумие, которое царило в кооперативной игре. И, наконец, лидером этой номинации становится вторая часть гангстерского боевика Payday 2. После довольно-таки неплохого оригинала, студия Overkill решила еще больше усилить командную игру. Они переделали навыки, дав возможность отыгрывать игрокам ту или иную роль грабителя, от мастермайнда, который все планирует и подкупает людей, и до подрывника, скрывающего все взрывчаткой или дрелью. Они добавили новые элементы геймплея, вроде слежения камеры или выполнения сразу нескольких задач, которые игрок с ботами не в силах проделать. И кроме этого, никуда не делся тот адреналин во время сложных ситуаций на новых картах, когда приходится кооперироваться и руководить группой, совершенно не представляя, что произойдет дальше. На третье место я решил поставить Papers, Please. При довольно простенькой картинке игра заставляет ощутить весь ужас работника паспортного стола, когда перед глазами просто какая-то бесконечная очередь людей, которые суют пачки бумаг, в которые приходится до боли в глаза вглядываться. После Papers, Please реально начинаешь понимать муки людей такой вот профессии, и уже во время игры начинаешь чувствовать себя словно после 12-часового рабочего дня в такой вот сфере.
Второе место я отдал Game Dev Tycoon, показывающий, если не всю подноготную начинающих игроделов, то очень многое, с чем им предстоит столкнуться. Начиная от основной концепции, когда кроме нас в маленькой комнатке нет никого, и заканчивая целым этажом с полным штатом сотрудников, которые трудятся, чтобы успеть к релизу AAA проекта. Последний раз нечто подобное я видел в классическом Hospital для первой плойки, что было очень и очень давно, и по сравнению с больничкой, Game Dev является таким вот отголоском прошлого. Так что советую поиграть всем. А лидером этой номинации становится игра от студии Clay Entertainment, Don't Starve. Если кратко, то это эдакий Майнкрафт для умных, с фирменной рисовкой разработчиков, с продуманной механикой и завязанным на выживании геймплеем, в котором столько нюансов, что поначалу у новичка отваливается челюсть. Сперва у нас нет вообще ничего, и надо протянуть хотя бы одну ночь, поскольку в темноте нас могут сожрать какие-то твари. Рвем траву, собираем палочки, крафтим факел, затем топор, кирку, рубим, разбиваем, мастерим, сажаем, жарим, ловим, свяжуем, деремся, одеваемся, поджигаем и чего только не делаем. Потом приходит осознание, что это было только лето, а теперь наступает зима и придется заниматься вообще другими вещами. Правда, это при условии, что вы дожили до этой самой зимы. У меня вот не получалось, и я с настоящей завистью смотрел на скрины людей, у которых настоящая усадьба или укрепленный форт, в котором им тепло и уютно живется. Жаль только, что нет мультиплеера, ну или хотя бы кооператива. На этом номинации по играм этого года заканчиваются. Я понимаю, что сейчас вы спрашиваете, а где же стратегии, где же RPG, гонки и все остальное. Это не значит, что больше не было достойных игр, про которые хотелось бы поговорить. Были они. И квесты, и стратегии, и файтинги были, и гонки. Но просто не все из них заслуживают должного внимания. Да и не сказать, что во всех этих жанрах были какие-то достойные, ну или хотя бы несколько достойных, чтобы можно было из них составлять небольшие топы. К примеру, вот RPG вообще ни одной не было, что как-то странно. Но все должен исправить следующий год, в котором выйдет уже несколько RPG, причем довольно-таки неплохих и очень-очень ожидаемых. Поэтому сейчас я представляю вам мой последний список, который так и называется «Самые ожидаемые мною игры 2014 года». Здесь я решил не делать нумерованный список и просто кратенько пройдусь по тем проектам, которые я в той или иной степени жду. Без сомнения, я очень хочу поиграть в South Park Палку Истины, чтобы посмотреть, во-первых, на практически интерактивный мульт от Паркера и Стоуна, а во-вторых, увидеть, на что способны RPG-мастера из Obsidian. Потом я еще, конечно же, жду Watch Dogs, правда, в последнее время интерес у меня как-то угас. У меня такая же история была с первым Ассасином, который я в результате поиграл черт знает когда, да и без особого интереса. Главная беда в том, что я не уверен, хватит ли разнообразных геймплейных приемов, типа выключения света или вытаскивания блокирующих столбов из асфальта, чтобы удержать игроков до финала игры. Да, и еще один момент, я очень-очень хочу, чтобы тут не было вышек, которые надо хакать. Также я жду страшную игрушку The Evil Within, которую я никогда в жизни не смогу поиграть, потому что я боюсь. Но интереса ради, все-таки ознакомлюсь там как смогу, конечно, поскольку нам там обещают какие-то невиданные способы пугания игроков. Жду я также и финального завершения трилогии Ведьмака Геральта в третьем вечере Wild Hunt. Вот только подготовился к этому я пока еще не до конца. Книги прочел, но не переиграл заново в предыдущей части, чтобы полностью понять все тонкости сюжета. А такой грех не сделать, поскольку игра обещает быть невероятно красивой, с открытым миром и интригующим сюжетом. Ну и конечно же я возлагаю просто огромные надежды на множество сетевых игр. Среди них идут такие монстры, скажем так, прямо, как Titanfall, Plants vs. Zombie Garden Warfare. Также я жду выхода из игры Hearthstone, Heroes of the Storm. Без сомнения, вот эти вот 4 сетевые игры будут одними из самых ожидаемых проектов 2014 года, потому что уже очень давно хочется поиграть во что-то нормальное мультиплеерное, поскольку различные Team Fortress и Dota это уже не то. На этом у меня все. С вами был Джокер, специально для канала Brain Ant. Продолжайте смотреть мой канал, продолжайте смотреть их канал, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, репостите и рассказывайте о нас друзьям. А также, если я вдруг забыл упомянуть о каких-то играх, пишите об этом в комментариях, и я вам отвечу. Я с вами прощаюсь, поздравляю с наступающим Новым годом, желаю, чтобы в следующем году вы играли только в хорошее, чтобы вы купили себе все консоли, какие хотите, и чтобы на них вышло очень много эксклюзивов, и все они тоже оказались хорошими. До встречи в новом 2014 году.